преддверии Нового года мечта накрывает сказочным ценопадом. Традиционно все только лучшее для вас. Мы дарим низкие цены и высокое качество. Участвуйте в акциях и согревайте близких подарками. Мечта. Качество во всем. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Гаухар Бещанова. Наш партнер – магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Магазин создан для полезных и приятных покупок. На сегодняшний день компания является одной из ведущих торговых сетей по продаже бытовой техники в Казахстане. Широкий ассортимент товаров, только сертифицированная техника мировых брендов с заводской гарантией и последующим сервисом. А 13 января в «Мечте» пройдет ночь скидок. Настоящий рай для охотников за скидками начнется в 8 вечера и продлится до полуночи. Приходите на ночную распродажу бытовой техники и электроники. Улица Бакенбай-Батыра, 32, корпус 3, микрорайон Кендала. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на 12 января. В Муртуке пасмурно, снег, температура воздуха составит минус 9 градусов. В Алге пасмурно, преимущественно без осадков, минус 10. В Хромтау синоптики осадков не прогнозируют. Облачная погода 11 градусов ниже нуля. В Бадамше пасмурно, небольшой снег, столбики термометров составят минус 11 градусов. И в Шалкаре ясная погода, осадков не ожидается, минус 7 градусов. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. В эфире нашего телеканала 12 января в 21:00 смотрите фильм «Лед в кофейной гуще». Украинская комедия рассказывает забавную историю о жизни молодой девушки по имени Люся. Она работает простым суфлером в известном театре. Скромность и воспитание очень сильно осложняют ее общение с противоположным полом. А строгая мать, хоть и мечтает о внуках и семейном счастье своей дочери, все сильнее укореняет в ней мысль о том, что ей суждено остаться старой девой. Решили подшутить надо мной? Погадать на чашечке и подсунуть мне вот это? Я правда гадала тебе по-настоящему. И было там все. И каток, и вот свитер красный, и любовь взаимная. Значит, это вы? В ночном эфире РИК ТВ 12 января в 00:30 мы покажем фильм «Семейка Ады». Бабушка Ада до своей скоропостижной кончины была главой семейства. Но даже после смерти она не оставила своих домочадцев, не бросила их на произвол судьбы. Призрак бабушки стал являться им и предупреждать о предстоящих неприятностях. Так она предупредила семью, что вскоре те могут остаться без квартиры. Удивленные потомки должны под руководством бабушки-привидения рассчитаться с долгами, отстоять законное наследство, а также научиться жить самостоятельно. А иначе душа бабушки Ады не найдет покоя и не сможет спокойно отойти в мир иной. А кому это интересно, Ада? Вы завещали нашу квартиру. Своему старшему сыну. А что? Папа из брат? Сюрприз. У каждого свой скелет в шкафу. Иногда бабушки бывают слишком настойчивыми. Чуешь? Чем пахнет? За просмотр, между прочим, привидения нужно платить. В стане киноманов крепнет уверенность в том, что Бен Аффлек куда более талантливый режиссер, чем актер. Особенно если берется за свой материал. На это указывает его и наградной лист, который венчает звание постановщика лучшего фильма 2012 года по версии Американской киноакадемии. Выход на экраны экранизации романа Денниса Лейхена «Закон ночи» – отличный повод сравнить две ипостаси звезды. И как бы там ни было, мы не сомневаемся, что, как и прошлые работы Аффлека, без номинации на «Оскар» картина не останется. Новинку уже можно посмотреть в кинотеатре «Локомотив».
А сейчас новости отдела продаж медиагруппы РИКА. Новый проект «Самое время» – новый способ доступно, эффективно и просто разместить свою рекламу в течение всего дня и получить в подарок размещение вечером. Позвоните нам 220-250, 222-300. На этом у меня все. Партнер проекта «Каждый день» – магазин электроники и бытовой техники «Мечта». 13 января в «Мечте» пройдет ночь скидок. С 8 вечера до полуночи приходите на ночную распродажу бытовой техники и электроники. Улица Бакенбай-Батыра, 32, корпус 3, микрорайон Кендала. Спасибо за внимание и до скорых встреч!